продолжаем видеоэкскурсию по центральной площади. Видимо, это и есть центральная площадь Чесмы, такая припортовая. Да, скину. Но я тут сначала хочу все заснять. Вон там вот впереди памятник Ататюрку, как всегда. Да, как памятник Ленину у нас. Вот это обязательно порядок. Это правильное правило, я считаю. Это правильное правило, когда вождь народа в каждом городе на центральной площади. Да, нечего разводить там черти что и памятники всяким пидорам ставить. Вот она площадь, крепость, гавань там. Вот подойдем к памятнику. Вот это Ататюрк Кемаль. Твой? Не мой. Ага. Слышишь, на всю площадь? Слышу. Так, гуляем, смотрим. Сейчас, Ань, сейчас подойдем к набережной. А потом мы сделаем видео, фотосъемку. Вот он, Чесменский заливчик. Так, залив я сейчас сниму отдельно.